И один из иудеев, он направился узнать, на самом ли деле в городе не осталось мужчин. На самом ли деле остались только женщины, если остались женщины, чтобы их чтобы убить. И он начал подниматься в эту крепость. Мать Зубайра ибн Авама, тетя пророка саллаллаху София, радиаллаху анха, она ударила, говорит, этого человека так сильно палкой, что этот человек, он умер. Удар был такой, намного сильнее, чем удар у мужчины. Аллах, говорит, такую силу, говорит, в нее вложил, что эти люди сказали, нет, там не только женщины остались. Аллах им страх внушил. И представьте себе, вот прямо, да, вот вроде бы у них в руках этот город, сзади вроде бы остались только женщины, мужчин вообще не осталось. Они могли бы прийти и уничтожить, и потихоньку сзади напасть. Вот одна женщина одним своим ударом, какую роль она сыграла в исламе? Получается, эта семья, мать Зубайра, получается, она удар сделала. Зубайр, он пошел проверить обстановку, а его сын маленький, которому еще 3 лет нету, он хадис передает. Он смотрит тоже за обстановкой. Через эту семью Аллах оказал особую поддержку умме на тот момент.